Здравствуйте, дорогие мои друзья, точнее доброе утро. У меня в Беларуси здесь 9:20 утра. Вот пью кофеек, чего и вам желаю, а кому-то и чаек. Сегодня у нас программа Autorun Organizer. Это одновременно и антивирус, и оптимизация, да и вообще поглядеть, что там у нас в автозапуске. Я уже программу эту скачал, если честно, ну давайте скачаем повторно, зайдем на официальный сайт. Программа совершенно бесплатная, есть отзывы, да и вообще вроде бы отзывы очень везде хорошие. Есть лицензионное соглашение здесь. Автора программы зовут Константин Поляков. То, что это открытое программное обеспечение, что-то я нигде не вижу, может я слепой. Ну да ладно. Здесь показано, что данный ресурс, точнее данный программист, еще с 99 года занимается программным обеспечением. Скачиваем, сохранить. Сейчас посмотрим все это дело через VirusTotal. Интересно, что VirusTotal сам встроен в данный программный продукт, поэтому черт его знает, вдруг начнет сам на себя фонить. Блин, я забыл, что уже скачивал. Ну, давайте. Нажимаем открыть. Ничего, по нулям. Закрыл уже установленную программу в трее. Давайте-ка мы установим софтину. Тут все просто. Так, жму да. Гордая надпись сделана в России. Далее принимаем лицензионное соглашение. Оно здесь короткое. Тут написано, что если что-то так не по-вашему, мы не несем никакой ответственности. Бла-бла-бла. Нажимаем далее. Не бойтесь этих галочек, это совсем здесь не Яндекс, не Mail.ru. Здесь разрешение для самой программы. Я их оставляю. Нажимаем завершить, и нас кидают на официальный сайт, и запускается сама программа. Тут написано, что появилась в последней версии. Но нас интересует сама программа, где-то детка. Вот она. И что в ней интересного? Сейчас я свой Faces отсюда уберу, дабы она не мешала. Моя Faces. Тут сверху находится автозапуск. Зеленые, это значит, что не сильно все это дело, как я понял, нагружает компьютер. Оранжевый, совсем все плохо, ребят. То есть это затраченное время на запуск. Здесь у нас снизу находится оптимизация. Что это такое? Программа будет пытаться отложить запуск чуть-чуть позже самых вот таких вот нагруженных программ. У меня это обновление через GitHub, это Discord и Аська. Провести оптимизацию. То есть они будут запускаться чуть-чуть позже, понимаете? Готово, оптимизировано. Нажимаем ОК, и компьютер будет грузиться у нас уже быстрее. Можно нажать все программы, и тогда вы увидите, какие у вас программы больше всего тратят времени на запуск. Тут есть черная тема. Ладно, скажу темная, а то еще подумайте, что я расист. Включим снова светлую. Если мы выберем какую-либо программу, здесь будет написано, что программа прошла проверку через VirusTotal. А вы знаете, что VirusTotal это не один антивирус. Это 74 антивируса одновременно, что очень удобно. Вы прекрасно знаете, что один антивирус найдет, второй антивирус не найдет. Какие-то антивирусы определяют продукты, например, от Яндекса и Mail.ru плохими, другие не определяют, потому что они сотрудничают. Сейчас вообще многие антивирусные программы сами передают личные данные пользователей рекламодателям. Так что ничего удивительного нет. Поэтому вот этот вот пункт крайне полезен. И вообще программа очень полезна. Она сама чистая. Она полностью бесплатная, она ускорит запуск вашего компьютера и предупредит вас, если в программе есть какая-нибудь адварная шляпа или же другой вирус. Даже если там ложное срабатывание, вы возьмете и проверите, по крайней мере вы будете знать. Все работает автоматом, настройки минимальные, тема оформления, автозапуск, языковые настройки, языков поддерживается всего два с коробки, русский и английский, но я как понял, вы можете докачать другие языки. Также есть пункт «Я хочу помочь перевести органайзер». Но нам-то пофиг на другие языки. Нам-то нужен именно русский язык, поэтому нам хорошо. Программе однозначно ставлю большой жирный плюс. Обычно у людей в понедельник какое-то негативное настроение по утрам, а после данной программы мне очень весело и хочется даже веселиться дальше. Так что я продолжу веселиться и выпущу данный ролик примерно в 5 часов по МСК, потому что вы, ребята, все на учебе, на работе, я тут веселюсь. Всем пока, спасибо за внимание.